Сегодня народные депутаты решили уменьшить свое конституционное количество с 450 до 300. А как вы считаете, сколько нардепов необходимо Украине? То яка разница? Якби вони робили толка, якщо по количеству тут не определиш. Я просто не лезу в політику. Сохраняю хороше настроєння. Судя по тому, як вони працюють, чим менше, тим краще. 100 можна? Можна 100, да? Можна 100, конечно, можна 100. 8? 99, ладно. Я не знаю. Они сами себя сокращают, сами себя назначают, так что я тут не при делах. Я абсолютно аполитична. Я считаю, что надо 300. 300? Да. Ни больше, ни меньше? Ни больше. Не смотрю новости. Не смотрите новости. Нет, я счастливый человек, я ничего не знаю. Может, 150 надо. Посмотрим, поживем, посмотрим. Их вообще не нужно, разогнать их. Разогнать? Серьезно. Кто законы будут тогда? Законы, которые не работают, это не законы. Вообще ни одного. Ни одного? Дармоеда. Дайте мне материал. Дайте мне... время. Я скажу, оценю, сколько мне времени потребуется для того, чтобы его, с ним познакомиться. И оплатите мне это время. Все. Спасибо. Спасибо. До встречи. Здрасте. Боимся заразиться. Чем? Ну как, и чтобы вакцины не переводить на кого-то, да. Обычным гриппом или коронавирусом? Нет, гриппом, простудой. Скажи для счастья. Сколько? Сколько?